Сегодня мы возьмем половину луковицы, половину морковки, половину болгарского перца, пару соцветий вареной цветной капусты, 7 перепелиных яиц, 70 граммов полутвердого сыра, зелень. Из этих продуктов приготовим вкусный завтрак. Лук нарезаем кубиком, морковку натираем на крупной терке. Отправляем на разогретую сковороду и пассируем до готовности. Для пассировки обычно используют растительное масло. Принципиальных различий здесь нет. Можно брать как оливковое, так и подсолнечное масло. Главное, чтобы продукт был рафинированным. Соцветия цветной капусты разрезаем на несколько частей, добавляем в сковороду и обжариваем все вместе несколько минут. Туда же отправляем нарезанный кубиками болгарский перец. Солим и перчим по вкусу. Острым ножом аккуратно вбиваем перепелиные яйца в овощи, стараясь не повредить желток. Скорлупа перепелиных яиц включает кальций, медь, фосфор, фтор и другие элементы. Употребление скорлупы позволяет укрепить иммунитет, улучшить состояние зубов, волос, ногтей. Посыпаем все тертым сыром, накрываем сковороду крышкой и готовим на небольшом огне 5 минут. При подаче посыпаем зеленью. Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.